Три пятерки уже Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. В лобовую столкнулись автобус 138 маршрута и автомобиль «Део Нексия». Погибла женщина. ДТП произошло около 8 утра на трассе Архангельск-Северодвинск в районе Лайского дока. По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель иномарки выехала на полосу встречного движения и не справилась с управлением. От полученных травм она скончалась на месте. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются. Не смог пережить смерть супруги. Труп 64-летнего мужчины обнаружили на одном из балконов труда 62. Полицию вызвала дочь. Мужчина не отвечал на звонки, и женщина пришла его проведать. В ходе осмотра места происшествия установлено, что у мужчины имелось огнестрельное ранение головы. Значит, рядом с трупом мужчины было обнаружено охотничье ружье 12-го калибра. Мужчина имел разрешение на данное ружье. В сентябре этого года у мужчины скончалась супруга. В связи с этим он находился в депрессии. По версии следствия, мужчина покончил жизнь самоубийством. Такое желание он высказывал не раз. В алкогольном притоне на Тургенева 10 обнаружен труп мужчины. На теле многочисленные телесные повреждения. Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Выяснилось, мужчина в квартире находился с вечера предыдущего дня. Причина смерти – черепно-мозговая травма. Распивал спиртные напитки вместе с находившимися там гражданами. В ходе распития спиртных напитков произошел конфликт между двумя лицами, в результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения, после чего он лег спать и впоследствии от полученных телесных повреждений во сне скончался. Тело обнаружила проснувшаяся хозяйка квартиры. Она в момент конфликта спала. Все остальные лица притон уже покинули. В настоящее время проводится проверка. Принимается решение о возбуждении уголовного дела. В отношении северодвинского предпринимателя возбуждено уголовное дело. Еще летом 2012 года суд обязал его демонтировать металлическую постройку на Карла Маркса 20А. Руководитель деньги на исполнение судебного решения не направлял. Однако, как показала проверка, на счета предприятия они поступали. Судебным приставом исполнителем дела судебных приставов по городу Северодвинску был подан рапорт об обнаружении в действиях руководителя данной организации признаков преступления, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. За злостное неисполнение решения суда предпринимателю грозит до 2 лет лишения свободы. Три пятерки уже Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Внимание всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию.